Президент России хочет изучить детально в ходе этой поездки, этой интерфакции. Первое, сельское. Потому что Чукчи-Алтайский край, он богатый, в том числе и сельскохозяйственный район. Во-вторых, машиностроение, то есть тяжелая такая промышленность. И в-третьих, коммерциализация предприятий, торговли, общественного питания и приватизация мелких предприятий. Вот такие направления основные. Борис Николаевич, was ist der Hauptgrund Ihres Besuches hier in im Altaiский край? Главная цель вашего визита. Это западно-германское телевидение, радио. Ого. Это плановая поездка ежемесячная по тем регионам, где, значит, я еще не был и куда, конечно, был неоднократно приглашен и давал обещание быть. Крупные регионы, Алтайский край и Бурятская республика. В основном, конечно, как идут реформы, как идут дела, какие проблемы, значит, поизучать, в чем-то, возможно, и помочь. Борис Николаевич, многие опасаются, что вы в таких поездках получаете очень усеченную информацию. Телевидение «Сибирь», Кириллин, простите, поздно. Нет, видите, я всегда, так сказать, как говорят, в толпе. Я всегда среди людей, а когда их тысячи, то там усеченной информации не бывает. Никогда от тысячи не усечешь. Отброшен на несколько десятилетий опять назад. И опять начнется все сначала. Опять начнется коммунистическая эра. Это нам надо, что ли, в конце концов? Нет? Нет. Тогда давайте реформу поддерживать. Да не надо вы так, что вы так закрыли всех? Да никто меня не собирается убить, никто. Что вы? Женщины, смотрю, без автоматов, ни у кого нет, ни пистолета, ничего. И никогда я вам не обещал, что с июня будет снижение цен. Никогда не обещал. Не врал и не вру. Я вам никогда не обещал, что с июня будут падать цены. Я вам еще говорю, вот подарок вам привез, что цены еще поднимутся. Вот, пожалуйста, пожалуйста, убивайте. Вот дальше, не перебивайте меня, вот дальше начнется стабилизация. И то, что я вам обещал, что к концу года, обещал в предвыборной кампании еще, и еще раз подтверждаю, к концу года стабилизация и начало снижения цен, и дальше повышение жизни, уровня жизни народа. И я сегодня убежден в этом. Да, нам надо еще полгода, ну, вот, потерпеть. Хотя заработная плата должна расти тоже вместе с ценами.